Экзоскелет Цефов. Нановизор включен. Посмотрим, походим, что тут у нас. Вот тут какие-то данные. Что еще? Что еще? Так, что еще? Больше ничего. Вот там еще... были данные по, ну, для нанокостюма. Блин, где они, кстати, их пометил? А, вот здесь. Типа далеко, да, или нет? Чего они не отмечались? Да, наверное, далеко слишком был. Так, что ты там увидел? Сюда можно пройти? Да, вот здесь данные какие-то. Данные загружены. И еще мне нужна вот эта вот штучка. Похожая на какие-то, на нижнее белье, короче. А, ну или на очки, может быть. Так, все как-то мигает, мерцает, ни хрена почти не видно. Так, обычная стрела. Здесь пусто, здесь никого. Это здорово. Мы просто ходим здесь одни. И все. Да, вот здесь. Вот это наша тема. Итак, давайте посмотрим, как с этим разбираться. Что тут вообще делать? Вот это что такое? Давайте защита. Давайте на 3 что-нибудь. Итак, бросок сильнее. Это нам не надо. Вот здесь. Броня крепче. Движение меньше. Ну, ограничение, короче. Удар ногой сильнее, мощный прыжок. Здесь выносливость в беге больше, гидроускоритель. Увеличивает скорость под водой. Ну, под водой мы особо не плаваем. Дальше. Перезарядка на оружие быстрее и на 25% быстрее прицеливание. И также выбор оружия быстрее. Здесь. Мощнее радар, масштабирование, слышимость звука противника. Ну, давайте оружку качнем, разблокируем. Дальше. И вот это давайте тоже, радарчик. Разблокировать. И теперь как этим всем пользоваться? Вот интересно узнать. Ну, давайте вот так вот. А здесь у нас что? Здесь у нас только что-то одно выбрано. И вот так вот. Это что у нас будет? Это у нас номер 2, так? Загрузить. И что? А, может быть, вот из-за этого? Из-за того, что... Ага, вот. Сохранить надо нажать. Не, подожди. Все-таки вот это давайте еще выберем. Типа это все вместе будет работать, я надеюсь, нет? Или я что-то не понимаю? Модули можно сохранять в виде наборов для быстрого удобного выбора. Зачем мне выборы, я не понимаю. Выбирать, что ли, еще надо их? Адаптация, так и выживание. Хрен знает вообще. Надеюсь, открывай. Это то, что я думаю. А. Открываю. Открыл уже. Что у нас тут интересно? Ничего. Куда ты оружие убрал? А. Вы грязные ублюдки, Сэл. Я заставлю вас заплатить за все. Где вы, мать вашу? Я всех перебил, остальных Цефа сожрали. Псих? Если я найду ублюдка из Сел, который сделал это, я прикончу его. Давай. Давай. Вот так. Клэр, открой дверь. Погоди. А ты что без оружия вошел? Ты в порядке? О, да. Ты на месте? Да. Женское кресло. И что это такое? У зубного, что ли? Калибровка сенсорных датчиков. Небольшая задержка.
Компенсация. Мы на месте. Заблокировано. Мы уже давно на месте. Что значит садись? Это вообще что это? Мы должны быть уверены. Разблокировав костюм, мы нарушим защиту, и наночастицы изменят маршрут. Если технология цепов уже там, то кто знает, кем он станет? Уверен, что справишься, босс. Давай. Доступ к системам восстановления памяти. Фильтрация. Это было рискованно. Мы запустили процесс глобальных изменений в твоем организме. Но у нас не было другого выхода. Запрет соединенным уровнем технологии. Мы должны были стать сильными. Мы поставили блокировку на твои рецепторы. Твой мозг будет защищен. Без них коллективный разум поглотит тебя. Ладно. Давай вытащим его. Блокаторы допамина убраны. Я регистрирую критические изменения нервной системы. Сейчас он, по идее, сможет установить контакт с Цефом. Что это? Майкл, не надо. О, не сколько надо. Вы меня вкололи. Почему бы нет? Не поможет. Сепарирование. Нанокостюм полностью снят. Объект 8А. Сержант Майкл Сайкс все еще функционирует почти на оптимальном уровне. Но ожидается ускоренная деградация. Ты сделала это со мной. Майкл, послушай меня. Именно ты стал причиной. То есть я сражаюсь с Эл из-за тебя, знаешь? Вот почему ты так старалась. Или ты притворялась? Из-за этого, да? Из-за чувства вины? У меня не было выбора, Майкл. Программа Сэл. Мы были по уши в долгах. Ну ты же знаешь, как все это делается. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем, день за днем. Я отдаю отчет в своих действиях, поверь мне. И мне предстоит с этим жить. До конца моих дней. Представь, до конца моих дней. Майкл. Я приближу твой день. И угрызение совести все исправит, да? Если тебе так жаль, Клэр, почему я узнаю об этом вот так? Почему нельзя было просто признаться? Псих, послушай меня. Ты знаешь, как это работает. Ты знаешь, что у нее не было выбора. Она делала то, что ей приказывали. Нет выбора? Просто делала то, что ей велели? Выполняла приказ? Да кто это говорит, пророк? Хотя я тебе вот что скажу. Она была права насчет тебя. Может, ты и правда всего лишь долбанная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас! Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Нам всем пришлось принести жертвы. У тебя был выбор, приятель. У всех есть выбор. Теперь ты знаешь все, что должен. Помнишь? Все, кто умер под твоим началом, потому что ты просто выполнял приказ. Потому что у тебя не было выбора. Совсем как она. Псих, нет, я... Нет, приятель. Бери свой костюм и иди сражайся сам. Что там на радаре? Как всегда. А, это не радар, это лампочка. Майкл. Да. Подожди. Это же одиночная Нет, игра. Клэр. Он прав. Отпусти его. Кажется, мы наконец-то нашли что-то о восходе Алой Звезды. Слушайте. Архангел – ключевой элемент управления в новой беспроводной энергосети Сэл. Но это далеко не все.
Система может совершить мощный выброс через энергетическое оружие массового поражения. И это гарантирует уничтожение не только враждебных элементов, но и всего населения мегаполиса. Есть протоколы изменения задач Архангела для получения альтернативных результатов. Когда результат станет угрозой стадии 3, Архангел запустит самый агрессивный набор протоколов – восход Алой Звезды. О боже! Они собираются стереть Нью-Йорк с лица Земли. Полная орбитальная аннигиляция. Во время установки щита поджигатель уязвимый для легкого оружия. Интересно. Почему Сэл не может убраться с моего пути? Всем выйти на периметр. Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизней. Нет, это не имеет значения. Лингшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа-Цефа и... прожгут дырку в земле. Земля просто исчезнет. Что мы можем сделать? Подключись к носителю разума Цефов. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы Цефов, Сэл отзовет Архангела. Собираешься подключиться к Цефам? Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние, даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняты. Ты можешь превратиться во что угодно, принять любую форму. Представь, что ты станешь Цефом. Я хочу рискнуть. Маскировка отключена. Подойдите к транспортировке мозга Цефов. Замечательно, замечательно. Отлично. Вот толчки, тут раковины. Так, вы заметили, да, мы повесили на свой лук вот эти вот металлические фиговинки, забыл как называется, ладно. Так, пожалуйста, давай, двигай. Я надеюсь, если я, конечно, вниз упаду, у меня ничего не будет в моем супернано-костюме, но мне кажется, по игре мы сдохнем. Так. Так, это что такое еще? Что-то интересное. О, патрончики восстановились. Здесь, да, здесь нет. А, это что, альфа? Вот это, кстати, хорошая пушка, по-моему. Вот смотрите, давайте ее заменим сейчас, посмотрим. Ну, например, мы ее берем и... Нет, это не та, это опять какой-то дробовик. Или мне кажется. ЛТ. Подожди, стой, стой. Это же та пушка, про которую я сказал, что она вроде бы неплоха. Ну, да, вот, наверное, вот, не знаю. Там вроде еще на стол что-то вешалось. Здесь у нас можно, вот видите, вот эти вот штуки, специальные боеприпасы, одиночный огонь, рукоятка и боеприпасы. Боеприпасы, да. Но ее, в принципе, можно взять, да? То есть, как бы раз... Нет, нельзя переключиться. Наверное. Странно, это... Это какие-то дополнительные боеприпасы. Это болванка. Электрический снаряд. Нет, а, нет. А, ну, ну ладно, пофиг. Возьмем эту. И... Максимум защиты. Круто. Я даже не поранился. А, я же говорю, мы можем спуститься. Бляха-муха. Все, хана, теперь не забраться туда, да? Ну как так-то я пропустил, а? Ну види, ну я же постоянно с этим визором хожу, 100 раз. В смысле, я имею в виду, очень часто я с ним хожу, и тут такое, а? Ну как такое вообще бывает? Это бред какой-то. Несправедливо. Я постоянно с этим долбанным визором ходил. Доходился, блин. Ну это невозможно. Ну как же так-то? Неужели туда уже никак не забраться? Сейчас я тут посмотрю, быстренько схожу.
Это что такое вообще, лягушка? А что такая огромная, как жаба? Причем непонятно, как это прыгает. Ну что, господа? Задница. Так, ну эти нам боеприпасы не нужны. У нас нет такого оружия. Может, здесь как-то можно забраться? Блин, к сожалению, мне кажется, у нас ничего не получится. Ну ладно, придется идти дальше. Блин, ну как же так-то? Вот, смотрите. Нет, никак. Да, никак. А что со звуком? А эта штука не упадет, как вы думаете? Ну, и чё? А, то есть я могу её забрать, да? Нет? Говно. А, может, нажать надо? Нафиг. Всё. А, отправляемся. Не будем ни секундочки. Просто сейчас ни секундочки медлить. Быстро отправляемся к заданию. Нам 100 метров где-то примерно. Сейчас сразу все будем отмечать, все рассматривать, потому что вот там еще впереди эти данные. Стрелы. Не данные, а как их правильно называть? Модуль модернизации. В той стороне у нас, наверное, пусто, скорее всего. Да? Ну да, вот тут вот какие-то существа. Я так понимаю, что это цифры, да? И давайте двигаться туда, к ним. У нас обычные стрелы. Подожди, да они где-то внизу. И что там у них снаряжуха? Да, то есть тут, по сути, наверху я вроде пока что в безопасности. Давайте здесь тогда все изучим и, может быть, отсюда будем бомбить. Так, вот здесь вот тайничок у нас. Просто взять. Наверное, можно контейнеры бросать для отвлечения внимания их цефов, соответственно. Ой, что это такое легкое? Наверное, говно какое-нибудь. Да, какая-то пушка. Ну, мало ли, может быть, там эти модуль модернизации. Ну и здесь опять эти же патроны. Эти, по-моему, да, эти патроны на то оружие, на которое у нас... которого у нас нету. Это то, которое многоствольный, такой желто-черный, огромный. Похож на дробовик. Подожди, я же их уже помечал. Какого фига? Ну, отсюда их можно бомбить, кстати. Давайте сейчас силу натяжения увеличим. Вот эту попробуем. Это что за сила? Небольшая, средняя и большая. У небольшой скорость растет. У небольшой. Давайте вот эту попробуем. Давайте, я не знаю, зря, конечно, может, я это сделаю, но... ну зато он быстро натягивает. Давайте вот так вот. Я надеюсь, получится. Останавливайся, парень, пожалуйста. Есть. Все, меня чуть-чуть спалили, но ничего страшного. В смысле, просто они заподозрили, что что-то не то. У нас что, ядовитые стрелы, что ли? Не пойму. Пожалуйста. Да, отлично, очень хорошо все работает. Здесь у нас кто? Давайте еще к нановизорам глянем. Стрелы можно сейчас собрать. Но больше никого я не вижу. Тут кто-то, да, был? Нет, больше вообще никого. Это очень круто. Во-первых, мы все незаметно сделали, как мне кажется, да? О, вот он. Мимо, что ли? Что? Ну ладно, бывает, согласен. Ничего у вас не получится. Они взорвут город. Вы все умрете. Ты ошибаешься. Стоп, может, я этих помечал? Нет. В общем, ладно, давайте, нам сейчас допрыгнуть надо. Как-то... Блин. Вот здесь, по сути, надо что-то глянуть. Но это внизу, ладно. Нам надо допрыгнуть вот до туда. Я надеюсь, у нас все получится.
И надеюсь, мы не упадем. Ну, почему-то мне кажется, что мы упадем. Не, мы не упали, отлично. Кто-кто? Пожалуйста, сдохни, тварь. Подожди, давай. Есть. Отлетел аж парень. Все, отлично. Стрелы мы с вами собрали. Нам даже эти не нужны уже, наверное. Куда нам дальше? Я надеюсь, у нас получится. Не, у нас, наверное, вряд ли уже назад получится перебраться, но... И зачем нам это вообще надо? Я даже не знаю. Слушайте, если эти модули там окажутся, куда я не смогу забраться, я просто охренею. О, мы смогли сюда забраться, отлично. Так, теперь вот в эту дверку. Где они тут? Они внизу. Отлично. Значит, спускаемся и берем их. Фу. Ну, хоть вас я не просрал. Всего сколько? Так, не то взял. Сколько у меня этих? Один всего. А, и вон сколько стрел разных там внизу разбросано. Ну, во-первых, смотрим еще разочек. Что-то я вроде пропустил, да? Не, ничего не пропустил. Выпрыгиваем в окошко. Берем стрелы. Берем пинч. Идем за следующий... Ну, нам уже стрелы, наверное, не влезут, да? Или влезут? Я не знаю. А что нам по заданию? А, просто подойти. Ну все, я сейчас подойду. Подошел. Итак, головоломка, да? Или что это? Теперь я понял. Мы связаны. Пророк! Пророк! Опа! Ты там? Сэф. Ты в порядке? Откуда они взялись? Они тебя не атакуют. Боже. Они думают, что ты Цеф. А чё преклоняться? Преклоняют. Нет. Не просто Цеф. Они думают, что я Альфа Цеф. Я Альфа Цеф. Пророк. Пророк. Это слишком опасно. Ты превратишься в Цефа. Пророк. Лоурен. Нет. У них грыжа на башке, нет, смотрите, красная. Я в порядке. И что это? Я в порядке. Я чувствую сверхразум. Он настолько сильный. Вот оно. Их мысли и энергия одно и то же. Если бы я мог... Дерьмо. Что это? Настоящий Альфа-Цеф. Уходи оттуда, пророк! Ты что, я не могу энергию использовать? Мощность моего костюма не слабеет. А-а-а! То патрон не бесконечный? Стопа, нет, я... нет. Что, нет? Я не ранен. Я никого не вижу даже. А если сделаем у так? У Цефов более мощное оружие. Где еще один? Все? Все кончено. Все кончено. Он прям за мной повторяет. Ой. Ёкарный, это тот здоровяк. Охренеть. Ладно, будем его луком... Хотя зачем луком? Давайте вот этой штукой бомбить. А может к нему подойти как-то, можно быть, взломать там его, нет? Фиг знает. Может зарядиться можно от этой штуки? Нет, никак? Ну ладно. Ой-ой-ой, он меня сейчас убьет. Тихо-тихо-тихо. Нет, лучше невидимку используем. Давайте реально какой-нибудь дально... Ага. Теперь берем лук. И врубаем невидимку.
Эй, подожди, а чё... Ёб твой, слушайте, а у меня чё, пушек других нет? Почему-то лук я не могу использовать, вы заметили? Либо это глюк. А, все, могу, фу, я испугался. Так, берем вот эту. Надо спрятаться. Подожди, их что, несколько? Нет, он один пока. Так. Или несколько? И вроде один. Так, может быть, наверх нам удастся забраться? Первый. Раз. Все. Всего три стрелы. Ну, плюс еще пинчом его бомбанули пару раз. Это-то да. Нанокатализаторы. Где мои? Пинч, это его, наверное. А где он тут сдох? Вот это вот. Нет, где он? Вот это он. Блин, а где он, кстати? Так, это мой пинч. Где у меня патрончики закончились? И еще где-то там стрела была, да? Ладно, погнали. Стрел вроде нормально. А бронировые... другие какие-нибудь стрелы, виды стрел, они... Их здесь поблизости нету. Пророк, срочно свяжись со мной. Ситуация вышла из-под контроля. Не сработало. Но этот сверхразум цефов — чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать ее себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас детали по Архангелу. Он уже на переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа. Сел эвакуировались, остались только в небольшом комплексе в 5 километрах отсюда. Это, наверное, командный пункт спутника. Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела вместе. Слышишь меня, солдат? Да, мэм. Escape, чтобы открыть запись базы данных. Так. Угу. Идем дальше. Нам по заданию, бляха ты. А, 2000 метров, 2 километра. Найти, отключить Архангела. Что со звуком? Опять цефов полно, да? Контрольная точка. Что это было сейчас? Ой, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он мне ничего не сделает. Так, секунду. Так. Надеюсь, он мне ничего не сделает. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, тут люди. Зашло вообще. Раз. А, там месиво, да? Между людьми и цепами. Минусуется. Что-то мне никак не получается. Так. Все, кто тут у нас? Человек, да? Ну, пускай они там помахаются. Или они всех уже минусанули. А, все. Так, Б, чтобы... F, чтобы ухватиться. Ну, давайте отсюда их минусовать, наверное. Да, давайте отсюда, чё. Стрелы можно собрать. Еще один, все. Минуса дали. Нормально, спускаемся вниз. Здесь-то... Здесь-то уж точно мы ничего вроде не упустили. Вау, сколько тут трофеев-то, посмотрите-ка. Обалдеть. Ну, точнее, не трофеев, а ну... Ну да, трофеев. Очень много разных ярлычков таких, да? Хорошо, хорошо. Так, этот идет сюда. Стрелу собираем. Куда-то он упер далеко. Можно в бочку бомбануть. Я ее видел, честно говоря. Вон еще один. Ой! Да это бред, как он меня увидел? Чё за говно вообще? Ну ладно, во. Стоп, а как? А, вот, больше отцепить, В. Ну это так, временно. Я понимаю. Что тут у нас? Гранаты. Сбор данных. Пометимся. Что-то он не помещается. Не помечается у меня. Может, он за меня, типа. Ну ладно. Берем пулеметик. Да. Нановизор. Нановизор включен. Да уйди ты.
И где тут кто? Никого не вижу. Опа, вот он. А, отлично. Чё у тебя за оружие? Никакого? Или пинч? Ты еще тут? Голубки, да? Так, он где-то здесь, близко. Вот этот. Вот этот засранец. Напугал засранец. Какой-то он это... Ой-ой-ой, подожди, это какие-то камикадзе. Ой, в смысле, рукопашные у них. О-о-о, ничего себе он ударил. Так, чувствую, надо... Вау-вау-вау, вот эти из травы, да? Как в парке юрского периода, так же. А, надеюсь, тот момент был заскриптован, когда... Когда он меня повалил. Хотя вряд ли. Вот поэтому, наверное, они не помечаются. Помню, про них вроде что-то говорили, что они быстро перемещаются. И поэтому не помечаются. Но могу ошибаться, конечно. Могу все выдумывать это. Так что уж... Извиняйте, да, извиняйте. Прыгаем, наверное. Ой. Она под меня, что ли, турель-то? Так, здесь у нас патроны. Нам вроде не нужны. Вот эти С4 или что это? Ну-ка. Да, вот этого у нас нету. А здесь все для дробовика в основном. А, далее. Бегать можем, но может быть не так быстро. Далее, здесь какие-то здесь оружие. Так, а вот тут вот, надеюсь, никаких улучшений, модулей этих для костюма не было. Чтобы прекратить использование пулемета. А, потому что я не хочу их пропускать. Здесь вообще пусто. Ну, как показывает мой радар. Нам в ту сторону. Надеюсь, я... Блин, опять эти мрази. Ну ладно. Слушай, ну у меня сейчас патроны же закончатся, блин, а как теперь забраться? Ну это специально, я до этого же. Я мог бы со снайперкой отстреливать. Ну что думаете, они специально спрятались, мрази. Такие, воу-воу-воу, смотрите, какие дерзкие-то. А, все, зря потратил только. Сейчас восстановим энергию. Забраться, я так понимаю, никак не получится. Что там такое? Так, стрелу гони мне. Первая стрела. Чё, она в текстуре, что ли, блин? А, вот первая. Блин, где еще стрела? Вот. Вторая и третья, последняя. Есть. Так. Бегом дальше. Дальше на пролом. Ну, либо не на пролом. Здесь никаких сбор этих модулей для улучшения костюма нету, да, я так понял. А здесь... Здесь вроде тоже ничего интересного. Тут только стиралки лежат. Куча причем. И нам наверх, я так понял, да? Иногда такой... Пророк, это Клэр. Мой отряд. Цефы вывели из строя наш БТР. Вы не... Пророк, нам нужна помощь. Я не знаю, что... Кажется, нам не выжить. Держись. 5 минут, хорошо? Всего 5 минут. Клэр. Иногда такое чувство, что я там какой-то... Черт. Что-то пропустил. Да? Ну, ходы какие-то. Вау, ничего тут разруха. А что там у нас? Ой, блин. Что-то все разрушено тут. Солнышко светит.